Я зацепил одну под Нью-Йорком, 5 лотов покупала. И что толку? Решила посоветоваться с адвокатом. И ты позволил? А что ему? Не знаю. Шелли, кто он такой? Если бы я знал. Не нравится мне все. Мне нужно одно на водке. А без них... Богатые богатеют, вот закон этой страны. Чей BMW? Семь тридцать. Кто это? А где мистер Рома? Я ему не сторож, не знаю. Прошу внимания. О чем вы всегда говорите? О том, что сорвалась продажа, что сукина сыну не нужна ваша земля, что какая-то бабенка вам не дает. А мы поговорим о более важном. Все здесь? Одного нет. Все равно начнем. Поговорим о важном. Поставь кофе на место. Кофе пьет тот, кто продает. Думаешь, я шучу? Я не шучу. Я приехал из центра. Меня прислали Мич и Мари. Я приехал спасти вас. Ты Левин? Да. И ты, сукин сын, считаешь себя коммерсантом? Я не буду слушать это дерьмо. Зря, есть хорошая новость. Вы все уволены. А теперь плохая. У вас неделя, чтобы попасть обратно, и время уже пошло. Гонка началась сегодня. Что? Стало интересно? Хорошо. Потому что я добавлю к нашему конкурсу пару мелочей. Вы знаете, что первый приз Кадиллак Эльдорадо. Показать второй? Это набор кухонных ножей. Третий приз. Увольнение. Все ясно? Теперь смешно? У вас есть наводки на клиента. Митчу и Мари они стоили недешево. Вы должны продать им землю. И если вы упустите наводки и ни черта не сможете продать, то вы ни черта и не стоите. И тогда получайте под зад коленом. Наводки хилые. Наводки хилые. Наводки хилые. Это ты хил. Я занимаюсь этим 15 лет. Как вас зовут? Пошел нахрен. Вот как меня зовут. Знаешь почему? Потому что ты приехал сюда на корейском драндулете, а я на BMW за 80 тысяч. Вот как меня зовут. А тебя зовут? Хочу, но не могу. Не можешь продавать? Кишка тонка. Иди домой и плачься жене. Потому что в этой жизни считается только одно. Подпись клиента под контрактом. Вам ясно, недоноски? В, З, К. В, всегда З, заключай К, контракт. Всегда заключай контракт. Всегда заключай контракт. В, И, Р, Д. Внимание, интерес, решение, действие. Внимание. Я привлек ваше внимание. Интерес. Вам интерес? Конечно, да. Потому что это вопрос жизни. Продал или пошел в зад. Решение. Вы приняли решение, надеюсь. И действие. В, И, Р, Д. У вас есть предполагаемые клиенты. Думаете, они с неба свалились? Никто не проявляет интерес, если не хочет купить. Они сидят и ждут, кому бы отдать свои деньги. И ты возьмешь эти деньги. Если ты мужчина, то возьми. Невероятно. В чем дело, Мосс? Вы такой герой, такой богач. Зачем вы тратите время на нас, недоносков? Видишь эти часы? Видишь эти часы? Да. Они стоят дороже твоей машины. За прошлый год я заработал 970 тысяч, а ты?
Понял? Вот кто я так. А ты никто. Классный парень. А мне плевать. Хороший отец? Смешно. Иди домой играть с детьми. Хочешь работать здесь? Продавай. По-твоему, это оскорбление? Тебе так кажется, слякоть, да? Если ты не можешь снести это, как ты снесешь оскорбление от клиентов? Не нравится? Проваливай. Я сегодня же могу выйти на дело с вашими наводками и заработать себе 15 тысяч. За вечер. За 2 часа. А ты можешь? Ты можешь? Идите и сделайте это. ВИРД. Разозлитесь, сукины дети. Знаете, что нужно для продажи недвижимости? Стальные нервы. Идите и победите. Деньги только и ждут, пока вы их возьмете. А не возьмете, не ждите пощады. Идите к клиентам и продайте им землю. Продадите, получите свое. А нет, будете чистить мне ботинки. Представляю, как вы станете чесать языком, сидя в пивной среди таких же лохов. Я был коммерсантом. Тяжелое дело. Это новые наводки. Для продажи участков в Гленгаре. Для вас это золото, но вы их не получите. А почему? Потому что отдать их вам все равно, что выбросить. Они для победителей. Я пожелал бы вам удачи, но вы не знаете, что с ней делать. Отвечаю на твой вопрос. Зачем я здесь? Нич и Мари попросили меня об услуге. Самый лучший услуг будет совет уволить тебя, потому что ты ни черта не стоишь.